Меня зовут Анна, и я очень рада в вашем лице видеть столько фокусов. Очень приятно. Импульс души. Захочется проявить бабочку, проявляем бабочку. Захочется проявить цикл лунный, проявляем цикл лунный. Первое, что мы нарисуем в цветке лотоса, это будет зернышко такое, которое будет потом раскрываться уже вот так, либо вот так, то есть насколько, либо вот так. Как-то, да? Вы просто прочувствуйте, проживите. Я хочу обрести себя, найти свое предназначение. И я хочу изобразить этот цветок, это вот будто бы я раскрываюсь, поставить этот цветочек дома и каждый день на него смотреть и вот раскрываться. Очень сильно и хочется прям запечатлить, ну и такой, как шаг сделать в новый виток. Для меня будет трансформационная здесь картина. Мое намерение, я хочу стать на свой путь реализации и утвердиться на нем, и вот идти по жизни смело, осознавая, что я хочу, кто я. И вот делать то, что меня будет еще раскрывать больше, как вот лотос.